экспортеры не несут, это как бы договор на доверии друг с другом между бизнесом и властью. Какое же качество украинской пшеницы? К сожалению, мы вынуждены констатировать, что мы не производители хайпро пшеницы, к сожалению. Мы производим достаточно ординарные сорта пшеницы, но в большом количестве. Как вы видите из данной таблицы, вот за три последних сезона мы имеем следующие параметры по протеину от 11,3 в 15-16 маркетинговом году до 11,5 вот в текущем маркетинговом году. Это обследование ЭЖС Украина, то есть подразделение ЭЖС Групп, которое как бы мировой лидер по оценке качества. Кликовина